Всем привет! У одного замечательного человека день рождения, и в подарок я ему купил вот такую вот игрушечку. Это башкотряс Мерл Диксон. Мерл Диксон – это персонаж сериала «Ходячие мертвецы». Тут он уже обратился в ходячего, отпилил себе руку и вот таким он стал. Выполненная из пластмассы, такой тверденькой, руки не шевелятся, шевелится только одна голова, она, как видите, на пружинке, поэтому называется башкотряс. Мерл Диксон, так вот можно с ним поиграться. Конечно, это же как сувенир, его ставишь на полочку и любуйся этой красотой. Покупалось в магазине Enter, цена 1300. Конечно, озвучивать цену подарка не очень хорошо, но для вас я ее озвучил. Вот такой у нее пистолетик, сделан довольно таки качественно. Все прорисовано, мне очень нравится. В принципе, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и Мерл Диксон вас не укусит.